Всем привет, друзья! Сегодня покажем установку акустической системы AVS-350MP на Harley Davidson Sportster 1200. Установим колонки на руль, покажем и послушаем, как они звучат. Вот таким образом они примерно у нас будут установлены. Для начала определим место, откуда мы будем брать питание. Для колонок потребуется подключение минус к массе, соответственно, и плюс, который мы подключим к зажиганию для того, чтобы батарея мотоцикла не высаживала, чтобы он случайно не разрядился. Поднимаем сиденье, ну и начнем наши поиски. Так, здесь у нас постоянный плюс. Это аккумулятор. Ага, и здесь тоже. И здесь тоже. Чудно. Значит, нам это не подходит. Посмотрим здесь. Так, ничего. Сейчас попробуем завести. Вот на одном появился. А, вот. Вот это на одном минус, на другом плюс. Вот это хорошо. И сейчас заведем двигатель. На красно-желтом появился. Вот то, что надо. Скорее всего, это габарит задний. На синем. Нет. Да. А, нет, вот здесь. А, да, здесь он синий. Видишь, идиот. На этой фишке. Ага. Ну, короче, вот на этом. Да, сейчас пусто. Во, ага, есть. Ну, врезаться, наверное, лучше здесь в синий. Ну да. Подальше. На этой стороне, да. Мы определились с предварительной возможностью подключения, то есть понятно, к какому месту вести провода. И сейчас установим сами динамики, собственно, на руль, закрепим. Значит, в комплекте у нас есть вот такие вот ключи шестигранники. Вот. Здесь, соответственно, под меньше шестигранников два болтика. Откручиваем, устанавливаем на руль. Начнем с основного динамика, главного, на котором провода питания присутствуют. Друзья, что касается самого крепления, здесь у нас есть болт, который крепит сам кронштейн к динамику, вот, и можно выбрать угол поворота, то есть если руль у вас, скажем, под углом, да, или вы хотите динамик развернуть, то можно выбрать одно из удобных положений. У нас руль прямой, поэтому мы фиксируем вот в таком положении и крепко закручиваем винт, чтобы динамик не дребезжал. Вот таким образом. Сейчас придерживаем и затягиваем. Вот так. Теперь можно устанавливать на руль. Да, не нормально. Угу. Так, примеряем динамик. Выбираем такое место, чтобы он не мешал, ну и не касался других каких-то элементов, не дребезжал в движении. Вот хорошее место, здесь будем его фиксировать. Наживили и выравниваем. Ну, ориентировать можно примерно на расположение головы. Так будет и симпатично, и хорошо слышно. Крепление металлическое, поэтому можно затянуть достаточно хорошо. Ориентируемся на резиновые прокладочки, чтобы они сжались и выполняли свою функцию демпфирования. Второй динамик устанавливаем, соответственно, на левую сторону, симметрично. Таким же образом.
динамики установлены на руль. Теперь установим пульт. Он устанавливается на свой кронштейн. В комплекте есть несколько накладочек. Вот. Также выберем удобное место и установим. Мне нравится вот с этой стороны, чтобы можно было переключать, не отрывая правую руку, не снимая с газа. У нас руль толстый, поэтому лишние резиночки убираем. И устанавливаем крепеж. Так, руль у нас защелкивается вот таким образом. Значит, это вверх. Устанавливаем пульт. До щелчка. Все, он защелкнулся. Теперь можем осуществлять проводку уже всех проводов вместе. Но перед этим проверим работоспособность комплекта. Подключим пульт и подсоединим клеммы. Ну, просто к аккумулятору для проверки. Aux mode. Так, нам нужно переключить. Bluetooth ready to pair. О, Bluetooth. И подсоединяем. Paired. Так, ну отлично, звук идет, все работает. Теперь можем проложить кабель как следует. Так. Соответственно, чтобы нам проложить красиво наши провода в штатных местах, скажем так, необходимо сейчас снять накладочку, и мы их поведем так же, как идет вся штатная проводка под баком. Есть. Видишь, он даже made in USA. Да, и сейчас... Где сейчас made in Russia увидишь? Нигде. Да, на галошах только. Так, проводка у нас идет, соответственно, по штатному месту. Здесь дальше у нас она пошла с правой стороны от бака и стяжечками притянута к тросикам газа. Дальше она идет под баком и также к штатной проводке притянута. И далее остатки будут убраны под сиденье. Так, в итоге вся проводка, остатки у нас будут под сиденьем. И, собственно, нам осталось поставить сиденье. Музыка установлена. Вот. Собственно, динамики включаются по включению зажигания. Слышно по небольшому такому характерному щелчку. Вот. Сейчас продемонстрируем. Вот они. Раз. Первый включился, второй включился. Ну и прокатимся, посмотрим, как звучит, скажем так, в реальных условиях. Дорога вага может край. Зимой коня, скачи судьбе навстречу, но вы без вполне променя. Страсти жизнь тебя проигралась. Thank you.
я вот здесь сейчас колонки слышу. Ну что же, сдувает, ну, со 100 где-то, 120 еще чуть-чуть слышно, потом, конечно, нет, но в целом весело, прикольно и вполне так это слушаемо. Конечно, только высокие и средние частоты в основном, но веселее, чем ехать совсем без музыки, поэтому кто любит музыку, кто любит путешествия с музыкой, устанавливайте. Мы проверили, все классно, все работает.